Всем привет! С вами Михаил. И играя Живую Сталь, вновь зашел в онлайн. В прошлый раз меня там вынесли. Ну, смотрите, тут какой-то офигительно выглядит боец у них. Или у него, или у нее. Прямо реально такой. Я не знаю, как он его создал вообще. Потому что у меня по-простому выглядит чувак. Сейчас проверим. Блин, в прошлый раз меня просто вынесли. Ой, братан, да ты уж... А вот так. Тихо. Смотрите, что с ним. У-у-у, братан. Да тут вообще читеры. А-а-а, я мочу. У-у-у, чувак. Я даже не знаю, как сейчас быть-то. Не-не-не. Ух ты, да и в него попасть невозможно. Он какую-то хрень. Вот смотрите. А вот еще. Уа! Блин, да тут... Я вообще не понимаю тут фигню эту его. И у него жизнь не выходит, просто не уходит. Вау, у меня голову... я не знаю, что делать. Блин, офигеть. Вау, мне руку сейчас сломает. Тихо, 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 тихо. Вот так вот только его придется. Тихо, тихо, тихо. Давайте сейчас время уберем, чтобы сделать его. Нахрен таких бойцов. Офигеть. Я просто реально в шоке от них. Блин, какого же он мутанта собрал, а? Так. Ага. Фиг, да? Тихо, 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 братан. А вот так вот. Не, я не буду этой рукой больше бить. Уа! Зато он меня будет, да? Да ты заколебал, блин. Хотя подлечиться, не давать ему подходить. Как он такой, блин? Да нафиг ты нужен? А если... О-о-о! Тут просто без вариантов оставляет. Ну, блин. Смотрите, что творит. Я его даже блок не могу пробить. Я не знаю, что делать. Офигеть. Ну что я вам могу сказать? Проиграл заранее? Все. Блин, раунд-то не заканчивается. Тихо, 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 тихо. Куда нахуй? А-а-а! Фак, я его даже не ударил. Тут фигня какая-то. А-а-а. Ну вот тут читеры, блин, сидят. Охренеть.
Ну и что с тобой делать? Уа! Тихо, братела. Все, отправил меня в нокдаун. Да. Ничего я могу сказать. Все плохо тут. Вот ты рожа, блин, еврейская. А так он не хочет подходить. Смотрите, бесполезно. Вот так вот еще. Офигеть, ему даже... Он такой скоростной, это пипец. Он как его так развил-то? Я к нему даже подходить боюсь. Я об него просто руку сейчас сломаю. Тихо, братан. Тихо, тихо, тихо. Не кипишуй. Вот это вот. Не успел я. Смотри, нифига не успел. Ну что я могу сказать? Конец. Ха. Вот и как с таким монстром биться? А вот так вот. Да, какого? Я думал, выдохнется сейчас. Нет. Теперь я без руки. А тут бесполезно. Он просто прикалывается. Все. Охренеть. Жесть. Ну что? Вот вы видели онлайн битвы мои. Вторую при том. Первый я бы еще мог выиграть тогда, а в этой тут без вариантов. Так что вот так вот. Век живи, век учись. Ладно, всем спасибо, кто меня смотрел. С вами Михаил, всем пока.